Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня я хотелось поговорить о главном тренере. Нужен ли он в сборной по биатлону? Какова его роль? И вообще об истории этого вопроса. Главный тренер изначально существовал в национальных командах практически всегда, хотя в отдельное время было, что эта должность оставалась вакантной, или ее замещали, или же какая-то номинальная фигура на ней находилась. Но в целом предполагалось, что он ко координирует работу двух старших тренеров, то есть мужской и женской команды. Непосредственно тренировочный процесс он не ведет, но на практике часто бывало, что между главным и старшим тренером возникали разногласия, главный тренер вмешивался в процесс, и в результате этого происходили, в общем-то, не самые приятные вещи, были проблемы и с выбором состава в эстафете, и с выбором состава вообще. И понятно, что у старшего тренера э, своя зона ответственности, он отвечает за результат команды и, конечно, Такого рода вмешательства в его деятельность нежелательно. Были случаи, когда старший тренер одной из групп являлся главным тренером. То есть это долгие годы, например, был Валерий Пальховский тренером женской сборной и главным тренером. В последний такой пример Анатолий Хованцев, который возглавлял мужскую команду и был главным тренером в бытность президентства Владимира Драчева. И последний год, кстати, Хованцева уже немножко так отодвинули с его руководящей роли и дали больше свобод старшим тренерам. В мужской команде им стал Сергей Белозеров, в женской был Виталий Нариц. Ну, соответственно, с уходом Хованцева должность эта оставалась вакантной, а ее... По сути, хотя не совсем так, был Валерий Польховский один сезон, и, в общем-то, по состоянию здоровья он потом закончил свою деятельность, но тоже там возникали проблемы, в частности, недопонимание между ним и Шашиловым, еще какие-то моменты, и, в общем-то, Польховского так убрали, ну, достаточно в спорных обстоятельствах. После этого последний сезон олимпийский, должность главного тренера была вакантной, по сути эти функции исполнял Виктор Майгуров, ну и до сих пор он как бы остается, поскольку это позиция вакант. Перед выборами президента СБР, в свою очередь, кандидаты Алексей Нуждов и Виктор Майгуров договорились, что не будут выбирать главного тренера до того, а, а каждый имеет свою кандидатуру и потом ее назначит. Кандидатурой нуждого, понятное дело, являлся Юрий Каминский, он же старший тренер мужской сборной. То есть в данном случае мы бы возвращались к той самой схеме, когда старший тренер одной из групп является еще и главным тренером и ведет все направление подготовки национальной команды. В случае с Каминским, безусловно, блестящим тренером, Идея не самая лучшая, я считаю, потому что все-таки у него недостаточно большой опыт в биатлоне, и плюс к тому он больше тренер-практик, чем тренер-стратег. Что касается Виктора Майгурова, то он не озвучивал свою кандидатуру, но достаточно давно было известно, что наиболее вероятный кандидат это Павел Ростовцев. В частности, о нем я услышал еще, по-моему, до Олимпийских игр. Что могут ему предложить эту должность. Ну и в итоге сейчас перед Новым годом был такой вброс. Я думаю, это с целью поднять внимание общественности. Опять же, Дмитрий Губерниев, у которого сложные отношения с Ростовцевым сложились еще в бытность его работы в национальной команде с 2011 по 2014 год. И понятное дело, что он выступает категорически против кто-то там, Александр Иванович Тихонов, тоже у него свои вопросы к Ростовцу, кто-то наоборот поддерживает, считая, что это подходящая кандидатура. Но здесь нужно понимать, а что мы хотим от главного тренера. Поставить няньку над старшими тренерами, чтобы вмешивался кто-то в их работу. То есть такого человека, ну, наверное, не самая лучшая идея. Мы уже проходили по этим граблям много раз. Ну и к тому же вот взять Юрия Михайловича Каминского. Ему нужен кто-то над ним, чтобы помогать как-то работать. Мне кажется, Юрий Михайлович такой тренер, что он сам знает, что делает. Он вправе реализовывать свое направление, свое видение. Это блестящий практикующий тренер. Здесь нет никаких вопросов. То же самое касается ну, Шашилова. Он разве потерпит, чтобы кто-то вмешивался в его деятельность? Да и даже... Артему Истомину, хоть он и молодой тренер, и начинающий еще в роли старшего, тоже стоит поработать, попробовать реализовывать свои идеи. Потому что он работал под Хованцевым, набирался опыта, затем с Белозеровым, с другими тренерами. Но сейчас пришло время, с Каминским, с тем же, сейчас пришло время уже реализовывать свои идеи, и у него это получается достаточно неплохо, судя по результатам подопечным. То есть человек имеет какое-то видение, имеет уже и практический опыт, хорошую теоретическую базу, почему бы ему не работать. То же самое там Сергей Башкиров то доказал уже как тренер своей группы, что способен там и Максима Цветкова он подготовил, и молодые биатлонисты, тот же Томшин при нем прогрессирует. Поэтому это тоже уже состоявшийся тренер. Поэтому здесь роль главного тренера когда четыре группы, мне видится больше как роль администратора, как спортивный директор. Вот взять, например, сборную Норвегии или сборную Франции. Там именно такая структура. В сборной Норвегии много лет спортивным директором работает Пера Бутнан, который непосредственно в работу тренеров не лезет. Но он организовывает сам процесс, создает все условия, обеспечивает всем необходимым и является именно такого рода администратором. Долж... Спортивный директор это более современная должность, которая существует во многих э, спортивных командах, а главный тренер в классическом понимании это больше пережиток советской эпохи. Поэтому, если Павел Ростовцев будет э, работать именно пусть и под э, надписью главный тренер, потому что такая ставка присутствует в ЦСП, но будет заниматься именно работой спортивного директора, то в этом плане я считаю, он э, подходящая фигура как человек с современным пониманием биатлона, имеющим хороший практический опыт. Мы забываем о том, что Ростовцев три года отработал практикующим тренером по стрельбе вместе с Вольгангом Пихлером. Пихлер всегда о нем отзывается очень позитивно, комплиментарно. Мы, потому что с Вольгангом периодически общаемся, и я скажу, что. Много тогда ругали этот тандем, но после того, какие были результаты после ухода Пихлера и Ростовцева, и какие были результаты при них, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И тот результат по стрельбе, который показывали подопечные Ростовцева, я не помню, когда женская команда стреляла на таком высоком уровне. Поэтому Ростовцев, в общем-то, доказал как профессионал. Если Майгуров видит его, скажем, в этой роли, в роли такого спортивного директора, то почему бы и нет. Я думаю, что у него есть все возможности для этого. А что касается формальных каких-то признаков, о которых говорит Губерниев, ну, когда назначали Елену Вяльбе главным тренером, у нее тоже не было там должного опыта но она в итоге взяла эту должность и справилась. Поэтому здесь, я думаю, вопрос договоренности с Министерством спорта. Может быть, этот момент специально сейчас раскачивают, чтобы там не согласовали эту кандидатуру или так далее. Но если Минспорта согласует, ЦСП оформит все документы, то я считаю, особых проблем быть не должно. Вот такой у меня взгляд на этот вопрос. Своим мнением можете делиться в комментариях. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.